Смотрите, у меня какие-то подозрительные капли с той стороны. Видно, что с той стороны капли на стекле. Такой первый раз даже во время дождя, по-моему. Хотя не знаю. А, ну дождя. А вот зимой прям вообще впервые. Там чайник шумит. У нас был снег, и мама что-то говорит, что он там тает. Ба, он до сих пор идет. Обалдеть. Все вон там завалило, завалило. Это? А что это? Это. Ну-ка покажи-ка подписчикам. Дима нашел такую штучку. Ну что это такое? Ты сейчас до этого мне говорил. Не знаю. Вот шарик это. Это чупа-чупс. Чупа-чупс. Это открыть-то. Открыть, думаешь, надо? Надо. Ну это сладко, надо поесть сначала. У нас с тобой обед. Давай с тобой в машинке поиграем, пойдем обедать. Ну давай. Давай? Давай. Уже батарейки садятся. Вот покупала вот такие батарейки. Уже начинает садиться. Давай, запускай. Уже еле-еле. Ну, кстати, такая же здесь красная. Давай, пускай. Ай! Опа! Красная вот такая машинка, она прям вообще быстрее всех едет. И на сайте, кстати, она дороже стоит сильно. Ай, ай, что-то наваливаем. Каким образом? Три, два, пять, шесть. Хорошо. Опа! Ух, красная всех догоняет. Красная сейчас самая первая едет. Если я чувствую, она будет последняя. Они все такие шумные. И слышно везде. Что там? Никак? Надо покушать сначала, потом открою я тебе. А что ты с ней делать-то будешь? Кушать будешь, но она ее сосать надо, она жесткая. Ну, а, сосать, как ты думаешь, что? Сейчас подвинемся. Опа! А? Всех толкнула. Малыш захотел барабан? Пожалуйста, барабан. Набарабанишься. Вот это авария у нас. Что-то я не пойму, как они это раскрываются. Красная опять всех настигла. Ой, по-моему, я красную не туда пустила. А! Опять авария. А! А! Куда они убегают? Смотри! Куда они? А! А тут что происходит? Обалдеть! Красный никуда поехал, называется. Оба. Бум. Все, мы пошли скорее. Ай-яй-яй, куда-нибудь. Ай-ай. Не поняла. А что это стали-то? Забрали нашу стеночку. Стоит машина. Грузчики ехали часа полтора-два.
ощущение было, как будто вечность целая. Отдала, короче, стенку бесплатно, потому что завтра уже приходит мастер, и за 10 дней я продать ее так и не смогла. Всех это, людей что-то не устраивало. Кого-то цвет, кого-то, блин, за 1000 рублей всего лишь пыталась продать стеночку, но это оказалось проблематично. Народ, еду, все, выехали, едем, и тишина. Через 3 часа пишут, ой, мы передумали. Продавать габаритные вещи, продавать вообще проблема целая. Тут какая-то еще машина поехала. Они уже сидели, ждали сначала дома у меня, потом вытащили в подъезд, и вот только грузчики. С трудом вытащили, шкаф просто застрял в дверях, и все, прям вообще ни туда, ни сюда. Ну, молодцы, ребята. И женщина молодец, хоть и бесплатно забрала, но она принесла подарки. Диме сейчас покажу, что принесли. Хотела заснять, как вытаскивают. Я чувствую, долго будут вытаскивать. Вот, видите, у нас пусто. Ну да, да. Дима все сидит. Не терпешь. Тут, оказывается, у нас еще одна розетка. Я даже не знала о ее существовании. Ну, есть так есть. Вот, все, теперь вот так. Такая комната стала большая, широкая такая. Все, завтра у нас начнется, наверное, ремонт. Это вот тут провода интернета лежат. Наконец-то. Ура. Так, что нам с тобой подарили? Давай посмотрим. Диме подарили клюшку. Такую женщину. Была женщина и 2 мужчины. Женщина такая пухленькая, но такая внешность приятная у нее, прям такая пухленькая, прям классная. Вот, принесла. Так, ну, мы ей еще помыть нужно. Ну, вот, смотрите, какая клюшка. Очень, кстати, приятно, когда забирают вещи, но, тем не менее, ну, бесплатно забирают, но что-то приносят. Ба, деревянная, деревья и листья. Уж какая книга, где она ушла, ее очень долго не было, уже муж там начал волноваться. Она ушла без телефона, телефон остался на зарядке здесь. Где она могла такое найти? В Экспрессе я что-то не видела таких. Кроха. А, восковые мелки у нас как раз закончились. Да? У нас закончились как раз. Мешочки маленьком. О, какой новогодний дедушка. Где такое берут? Они удивительные. Новогодний дед. Я такого в магазине даже не видела, честно. О, какой тут мотоцикл. Классный. Вот, надо обязательно хотя бы. Ну, хоть маленькую шоколадочку, но надо. И тут мандарины еще. Еще мандарины нам. Мандарины, может быть, в перекрестке. Это было. Да? Да. Малыш, да? Вот и такие да. Вот подарки нам принесли. Ба, тут мусоропровод приехал. Проехать не может. Ни туда, ни сюда. Еще у нас снега, завалы. Тут такси тоже проехать. Уже загрузили стеночку. Ну так я, видимо, не засниму. Слышу, как они в подъезде еще спускают. Хорошо, хоть этаж не сильно высокий, а то вот так с 10-го там или с 12-го этажа это же вообще замучаешься. Что ты делаешь? Ну-ка, покажись-ка. Ой, что Дима делает? Тебе подарили хоккейную клюшку? Ах, ты хоккеем занялся. Да? Да. Да. Ага, да, да. Ова, молодец. Покати. Ага. Все, видите, съехала наша. Комната уже пустая. Теперь не можем дозвониться мастеру. Знали бы, конечно, когда уж продавали бы еще подольше.
Ага. Промахиваешься? Промахиваюсь. О! Учись, учись. Смотри, шпан у тебя сейчас. Укатится куда-то под кровать, и все.